В нынешнем году для монтеров пути АО НК КТЖ поступили новые рельсорезные и рельсосверильные станки с автономным двигателем. Современная техника позволяет более качественно и быстро выполнять обслуживание ЖД-полотна. Это устранение дефектных мест в рельсах, разрядка температурных напряжений в рельсовых плитях, вырезка дефектного места и сверление отверстий под установку стыковых болтов для установки накладок. На сегодняшний день, пока Казахстан тема жилы, пути на железобетонном основании составляют 16 750 километров. Это 75% от общей длины железной дороги. Вот. Соответственно, там же укладываются уже длинномерные плети. И сегодня необходимость появляется на этих инструментах. Каждый год увеличивается объем этой работы на 400 километров, не менее. И, соответственно, сейчас требуется окна на каждую самую работу по разрядке температуры напряжения, по вырезке дефектных мест, по изготовлению уравнительных рельсов. И без этих инструментов сегодня обойтись это невозможно. До конца текущего года планируется дополнительно приобрести еще одну партию аналогичных станков. Сейчас в путевом хозяйстве КТЖ используется более 1000 единиц рельсорезных и рельсосверильных станков, и железнодорожники их по достоинству оценили.